Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в Ютубе, в Рутубе или в Дзене. На моей гитаре стоят испанские струны Ноблах. Это концертные струны высокого качества, предназначенные для профессиональных музыкантов. Это вторая часть моего разбора, моей аранжировки песни «Подмосковные вечера», ну, мелодии, можно так сказать. Вот, я думаю, она будет завершающей. В первой части я показал, можно сказать, половину. И здесь я уже покажу, как дальше все это можно сыграть. Давайте вспомним то, что я разобрал в первой части видео. В первом видео, точнее, первую часть этой мелодии. Где я остановился? Мы начали... Вот до этого места мы дошли, мы сыграли аккорд H7, который, я говорил, можно не полностью играть без четвертой струны на первом ладу. Вот пятая, третья, первая на втором. Мы играем пятая, третья, вторая, первая, потом третья. И потом вторая у нас была на третьем, третья с первой на четвертом. Вот такой аккорд. Тоже шестая, третья, вторая, первая, либо одновременно, либо с небольшой такой... задержкой, такой перекатик легкий, и потом третья у нас была, которая на четвертом ладу зажата. И вот дальше нам нужно сыграть баре на пятом, зажимаем все струны указательным и мизинцем первую на седьмом. Вот такой аккорд. То есть все струны на пятом и играем. Мы здесь играем, значит, мизинцем зажали первую на седьмом, играем шестая, третья, вторая, первая. Либо вот с такой задержкой, как обычно, либо щипком. Потом убираем мизинец, баре оставляем. И играем первую на пятом ладу в баре. И потом после первой играем вторая, третья. Еще разок. Первую поджимаем на седьмом, играем шестая, третья, вторая, первая. Потом первая на пятом, вторая. Третья тоже на пятом. Ну, либо как вариант, вы можете зажать только три струны. Первая, вторая, третья на пятом. И играть не шестую, которая на пятом была в большом баре. А сейчас малой баре играем пятую открытую. А здесь также первая на седьмом. Дальше мы зажимаем аккорд АМ. Обычно АМ. Вторая на первом, четвертая, третья на втором. Мы играем... пятую открытую, и сыграть можно, конечно, вторую, но я предлагаю третью со второй одновременно. Пятая, третья со второй, потом вторая открытая и третья на втором. Эти два пальца мы с АЕМа не отцепили. Вторая открытая, третья на втором. Вот что у нас получается. Идем дальше. Зажимаем третью на втором, вторую на третьем. Такой вот неполный ре минор даем. И играем в правой руке четвертая с первой. Открытая. Потом вторая на третьем. Потом все-таки поджимаем первую на первом, которая у нас в даеме, в ре миноре. Четвертая с первой открытой, вторая на третьем. Первая на первом. Первая на первом, четвертая со второй, вторая на третьем, первая на первом и третью со второй в аккорде ДМ. И потом мы играем шестую на первом и третью на втором по очереди. Но здесь лучше поставить фа-мажор. То есть зажать аккорд F баре на первом, третья на втором, пятая, четвертая на третьем. И играем шестая, третья
потом мизинцем, не убирая другие пальцы с аккорда, первую на третьем зажимаем и играем третья, вторая, первая. Шестая, третья, потом третья, вторая, первая на третьем. Отсыпаем мизинец первую и первая на первом. Еще разок эту фразу. Да, кстати, вот эти пятую, четвертую можно не зажимать. Просто баре на первом и третья на втором. Баре на первом и третья на втором. Играем шестая, третья, потом мизинцем первую на третьем. И третья, вторая, первая. И потом первая на первом. Либо шестая, третья, вторая, первая здесь. Шестая, третья, вторая, первая на третьем и первая на первом. Дальше аккорд АМ. Играем пятая с первой. Четвертая. Вторая на третьем с аккордом. Вторая на первом в аккорде. Аккорд ми-мажор. Либо просто третья на первом. Играем шестая с первой. Третья на первом. Вторая на третьем. Третья на первом. И аккорд АМ. Играем пятую с третьей. Вторая, первая, вторая. Пятая с третьей. Вторая, первая, вторая. И вот что у нас получилось. И вот эту часть, которая вот с аккорда H7, и вот на этот аккорд мы ее просто повторяем. В конце просто АМ. То есть вот часть, которую я вам показал в этом видео, после вот этого перехода. Вот это. Мы ее повторяем опять, но только вот опять с этим переходом. H7, ми мажор Е такой, и опять. Вот он, переход был ДМ, только шестой палец. Точнее, я имею в виду шестую струну, зажимаем вместе с баре. Вот баре, играем шестую, третью. Потом третья, вторая, первая на третьем, первая на первом, АМ. И в конце на АМе пятая с третьей. Все, вся мелодия. Еще разок сыграю вам ее полностью, и вы можете ее уже заучивать, все части спокойно соединять. Thank you.
и повторяем. На этом все. Мелодию разобрали до конца. Можете потихонечку учить. Большое спасибо за просмотр, мои дорогие подписчики. Тренируйтесь, и у вас обязательно все получится.